Всем здравствуйте! Сейчас многие СМИ сообщают, что Александра Пахмутова страдает от стрессового расстройства. В публичном пространстве также много говорят о том, что композитор впала в депрессию после потери мужа Николая Добронравова. Эту информацию позже опроверг певец Юлиан, который близко дружит с знаменитостью. Теперь же в окружении Александры Николаевны вновь сообщили о ее нестабильном эмоциональном состоянии. Она крайне эмоциональна и неустойчива. Наблюдаются перепады настроения. Но так бывает у любого человека, который потерял любимого мужа или жену, сообщили знакомые семьи. Никакой тяжелой депрессии у нее нет. Есть симптомы стрессового расстройства. Но этот диагноз ставят почти всем, рассказали в окружении. Пахмутову стараются оберегать от лишних глаз. Рядом с ней сейчас находятся две сиделки – племянник Илья и брат Добронравова Дмитрий Николаевич. Также директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг появившуюся информацию, заявив, что физическое состояние Пахмутовой более чем положительное. Он сообщил, что буквально недавно вернулся с Александрой Николаевной с прогулки. В это время Пахмутова постоянно вспоминала супруга. Однако ничего, что говорило бы о проблемах с состоянием композитора из-за потери мужа, я не увидел. Малышко отметил, что не понимает, откуда могли появиться данные о глубокой депрессии Пахмутовой. Хочется отметить, что сейчас композитора спасает музыка. Несмотря на почтенный возраст, она прекрасно помнит все свои песни. Подходит к роялю и играет. Напомним, поэт Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября. Он прожил вместе с Александрой Пахмутовой 67 лет. Покоится Добронравов на Новодевичьем погосте. Будем надеяться, что совсем скоро Александра Николаевна сама выйдет на связь с поклонниками и расскажет о своем самочувствии. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!